Вы извините, а от какого бога вы вообще идете? От православия, от истинного бога. Я понял. Вы из города? Нет. А откуда? А вот здесь у нас есть поселение Потеряевка. Мы оттуда. Ну, Потеряевка я знаю, это Мамонтовский район. Да. Я все знаю. Рядом разъезд. Я сам оттуда. Так. Вот, я сыну объяснял. Хорошо. Вашему. Хорошо. Вот. Так вопрос-то какой? В чем суть вашего вопроса? Да просто хотел помочь, узнать, откуда и что почем. А нам помочь. Ну, пойдемте с нами благовествовать. Нет, я этим делом не занимаюсь. Угу. Я просто... Ну, потому что я грешный. Ну, вы сами даже сейчас вот видите. Да, я вижу, что вы сегодня уже грешный. Но дело в том, что Но Бог-то призывает... грешный почему? Я вам тоже объясню, что вы мне объясните. Почему машина. Я грешен? Машина, Тетлюба, машина. Жизни. Вот. А с Потеряевки я вообще очень хорошо знаком, когда наш отец ездит на Мерседесах и спрашивается, откуда он берет. И знаю я все про Потеряевку очень хорошо, потому что Гришинск, знаете, деревня? Да. Я оттуда вообще-то родом. Угу. А Потеряевку я и в Леньках раньше жил. Снимай. Также я могу и не бриться, и ничего. Мать, ну зачем мы этой фигней заниматься? Если ты истинно веришь, так. Зачем? Зачем? Что зачем? Благовестие зачем? Да. Тетлюба, надо идти. Очень... Тетлюба, пойдемте. Там приходите в храм, там мы беседуем. В 3 часам. Потому что ты не возишь базар. Я сам такой же. Понимаешь? Я могу тоже лапшу навешать. Все вопросы там будут. Все вопросы. А, вот все вопросы да, к людям. Там, да. А другой бы. Все верующий. Вопросы там в 3 часа. Он бы мог объяснить. Который сомневается в своих поступках, он бы мог объяснить. А ты видишь, ну, что говоришь? Вы, во-первых, вы не дали мне объяснить. Я вам и хочу сказать. Да он даже тебя назвал тетей Любой. Хотя в этом случае сейчас. Никак тетя не называется. Все называется по-другому. Я говорю, извините, но не надо вот это вот все делать. А камеру... Показуху я сам могу устроить такую. Я сам московскую школу закончил. Все, пошли. И это Виктор. Виктор. Понял? Ну все. Наша газель подъехала, Виктор. Все, садитесь. Ну, пойдем туда. Нету? Пойдем, брат, раз не открывает. Городские уезжают, потому что Андрей торопится, шофер, вместе с батюшкой. Они осветили всю квартиру у Нины Александровны. Лебяжья, 43, запомните улицу. Лебяжья, 43. Это Нина Александровна тоже живет. Жолмирова. Мы заедем потом после благовестия. Добрый день. Можно без связи с Потеряевки. Приглашаю вас на беседу. 3 часа сегодня. Плохая ночь. О Христе, о Святой Библии поговорить. Как вести душу для вечности? Мы дарим Святой Евангелие бесплатно, крупным шрифтом. Благословение Патриарха Кирилла. У вас интернет есть дома? Какой тут нафиг интернет? Нет, интернет у вас. Мы
благословение патриарха. Вот тут брошюрка. Концы с концами свожу с пенсии как, вот. Хоть как. Три часа возле храма не забудьте, ходите. Замок. Посылка потеряешься. Приглашаем сегодня храм на 3 часа беседа. На тему? Святая Библия, Иисус Христос, как прости душу для вечности. Все, подойдем. Дарим Евангелие Святое. Да. Крупным шрифтом. Чего это такое? Евангелие. Благословение патриарха Кирилла. У вас, может, интернет есть? Ну, не, у нас нету. Нет интернета. Брошюрки хорошие тоже. Не православные, но тоже все о Христе по Библии. Да иди, дай. Все, 3 часа возле храма подходите. Интернет у вас есть? Интернет? Да. Ну, конечно, есть. Вот. У всех они есть. Вот. А как? Вот возьмите визиточку нашего сайта. Батюшка, это положено, видите, крестит людей, полное погружение троекратное. Там видеоролики есть, православные книги можно почитать. Ну, Евангелие, если не берете, может, брошюрку возьмете, она тоже. Ну, давайте. Не православная, но православная. У меня есть. Может, у вас, может, родные с плохим зрением. Видите, крупным шрифтом Евангелие. Благословение патриарха Кирилла. На первой странице тут можно посчитать. Сибирская благословница. Ну, давайте, дочери там. Благословение Кирилла, видите, вот так вам сказать. Хорошо, спасибо. Святой Библии, как душу для вечности. Дарим Святой Евангелие, как мы шли там, подарок. Ну, не в церкви можно будет, может, возле церкви, там пока не делать. Ну, может, у вас интернет есть? Это Библии, в страшном суде, о обществе в душе вечности. Никит, закрой.
А вон калитка есть в окно. Туда постучаться. Или кухонная, Никит. Вот кухонная есть. Вот кухонная под лестницей. Никто не уходит. Пойдемте. Вон кто-то идет, женщина. Вон, вон. Подходи, Яна, приглашай. Ну пойдем, пойдем. Ну, время идет. Вон, женщина уходит. Никита! Добрый день! Просто маленькое объявление сделать. Беседа спасения, Библия, мы дарим Святой Евангелие. Благословение Патриарха Кирилла Ивановича. Тут мы шли. Ну, спасибо. В общем, брошюрка такая. Вы православные, там все правильно. Ну что, интернет есть у вас? Нет, нет, интернет. Всего доброго. Вот Лебяжинская. Звонок есть. Звонок еще. Позвоните. Какие-то посмотри, сколько там градусов сегодня. 12. 12 градусов. Усадьба образцового порядка. На домике написано сверху. Добрый день. Мы приглашаем вас на беседу, православные христиане. Приглашаем на беседу вас 3 часа дня около храма. Мы дарим Святой Евангелие. Мы дарим Евангелие каждый день. Да, крупным шрифтом. Вот у вас интернет есть у вас? Вот визиточка нашего сайта православного.
Плюс 5 подойдет, совсем старенький. Он идет. Ну давай я на твоей радужке. Вон, позови взрослого кого-нибудь. Взрослого позови кого-нибудь. Никита, пойдем. Не хотят, видимо. Как звать-то? Я говорю, Никита. Никита, да? Да. Здесь у нас с вами, да? Да, да. 30? Да. Это. Ты часа возле храма беседа о Иисусе Христе, Святая Библия. А кто будет? Кто? Мы будем. Православные христиане поселок потеряют. Этот будет, нет? Может будет, мы не знаем. Не, а кто будет? Я вообще не знаю. Ты... Чтец рукоположенный от епископом будет вести проповедь. Я сам христиане. Этот не будет, это самое, как он? Извините, мы не знаем этого. Бесполезно, ребята. Никуда бесполезно. Бог знает. Потеряет. О, нет, приглашаю вас на беседу сегодня. Около храма в 3 часа.